Я надеюсь, что вы еще не забыли об этом простом, но невероятно вкусном салате. Нам понадобится кукуруза консервированная, крабовые палочки. Я все нарезаю довольно-таки крупно. Загружаем все это в большую миску. Теперь я добавляю красный лук, можно белый, я добавляю много, вы же смотрите, как вам нравится больше. Теперь на очереди куриные отварные яйца. Я тру на терку, потому что лентяй. Вы можете порезать ножиком, если не как я. Теперь зелень. У меня здесь петрушка, лук и укроп. Сгружаем все туда же. Теперь добавляем отварной рис, который я, конечно же, перемыла. Не забудьте добавить пальчик вверх на этом видео и подписаться на мой канал. Теперь заправка. Чуть-чуть майонеза. Совсем чуть-чуть. Французская горчица и самая обычная столовая горчица. Это невероятно вкусный салатик, очень простой. Я думаю, что молодежь даже не знает о существовании такого салата. Ой, чуть не забыла сказать, не забудьте добавить в этот салатик много вашей любви. Но не переборщите. Хорошенечко перемешиваем. И хочу вам показать два варианта подачи такого обычного салатика. Здесь у меня просто соевый соус и колечко. Вуаля, красиво. Это соус терияки, может быть абсолютно любой. Ну и петрушечка. Согласитесь, так просто, но так вкусно. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!